чуть, лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша. Помощь была вопрос принята. Мы разобьем их. Мы им докажем. Эй, Костелин, шептал лейтенант. В тамбуре маясь на стрелке гремящей, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел, этот мальчик, тонкая шея, уши торчком. Только во сне, оккупировав полку по сатанелом табачном дыму, он забывал обо всем. Ненадолго. И улыбался. Снилось ему что-то распахнутое. Голубое небо, а может морская волна. Да! И сразу истошное. Говорю! Так они встретились, он и война. Воздух наполнился кровом, гудением, мир был взорван, был искажен. Это касалось ошибки, видения, страшным чудовищным миражом. Только видение не проходило, следом за танками у моста. Пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дыбились шпалы. Нас не качалось. Кроме пожара не видно низги. Будто бы эта планета кончалась. Там, где сейчас наступали враги. Будто ее становилось все меньше. Ее из-за близких разрывов гранат. Черный, рассеянный, одеревший. Жестко в клетке лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России. Всех ее марш, вперед, и осин. Что же ты, взводный, докажешь, осилим? Вот он, фашист, докажи и осилим. Знаю, что это почти невозможно. Знаю, что страшно, все-таки встань. Встань, лейтенант! Слышишь, просит об этом вновь возникает небытия. Дом твой, пронизанный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант! Заклинают просторы, птицы и звери, снега и цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, ставшая госпиталем с сентября. Встань! Чемпионы двора по футболу просят тебя, своего вратаря. Просит высокая звездная Россия. Горы излучи на каждой реке. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Просят деревни, покрытые гарью. Солнце, как колокол в небе гудит. Просит из будущего Гагарин. Ты не поднимешься, он не взлетит. Просят твои нерожденные дети. Просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете. Выкрикнул меня по уставу. Айда! Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажная спина. Встал лейтенант, ты! Наткнулся на пулю, большую и твердую, как стена. Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как на распев. Падал он долго. Упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился? Не знаю! Знаешь, что кончилось?